Первое. Говорящая чихуахуа Софи. Привет, с вами снова говорящая чихуахуа Софи. И это продолжение моей прогулки по зоомагазинам Хуахина. Первую часть смотрите по ссылке под видео или в плейлисте влогов. Итак, как я уже сказала, это мой любимый зоомагазин, потому что он большой. И там всегда можно найти что-то интересное. Вот, видим, что магазин работает аж 11 часов в сутки. Вот тут касса. Вот какой он большой и столько всего. Ух, куда бы пойти для начала, чтобы показать? Это продавщицы, они меня уже знают. Так, корма разные. Да, я тоже тебя люблю. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим, что же тут у нас продается. И может быть я что-нибудь найду для себя сегодня. Хотя у меня уже все есть. Кормов тут очень широкий выбор. От простых типа педигри до премиум и супер премиум класса. Тут и местные тайские корма, и иностранные, и самые разные. Конечно же, не только для собак, но и для кошек и других зверушек. Кстати, если вам интересны и полезны мои видео, то у меня есть еще одна звездная подписчица Арина Юникор, у которой тоже свой канал на YouTube, и она тоже снимает самые разные видео, в том числе для владельцев собак. Заходите на ее канал, ссылку я оставлю в описании к моему видео. Так, как обычно, в первую очередь пойдем в отдел пеленок. Пеленки тут самые разные, все они местного производства, думаю, в России такие найти сложно, но по большей части все похожи. Я беру 45 на 60, одну упаковку из 50 штук. Так, нужно отнести продавцам это. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. Шампуни тоже самых разных марок, от самых дешевых до самых дорогих. У меня тоже шампунь, он местный, купленный здесь, но я хочу его сменить. Как-нибудь обязательно посвящу этому видео. На другой стороне у нас всякие консервы, вкусности, в основном пачковые и привозные. Так, пойдем обратно. Витаминчики для собак самые разные на разные случаи. Ой, какая красота! Вот такие украшения для ваших собачек. Шлейки, но это далеко не весь выбор. А это что? Смотри, Софи, хочешь такой рюкзачок? Ну, я буду похожа с ним на Леди Гагу или Мэрилина Мэнсона. Что хуже, не знаю. Ну что, возьмем? Нет. Так, пойдем дальше. Еще один отдельчик шлейк. А тут вот такие няшные поводочки, вот такие прикольные шлейки в горошек есть. Это маленькие ошейнички, и заколочки, и резиночки. Так, ладно, пошли пройдемся по отделу вкусностей. Кроме консерва, что тут еще есть? Очень большой выбор всякой вкусноты. А вот такое, наверное, можно встретить только в Таиланде. Снэк из акульих хребтов. Интересно, вкусно такое? Софи, берем? Нет. Точно не берем? Мам, я такое не хочу, я еще не совсем тайская собака. Ну ладно, просто ты такая привереда, мы с тобой так ничего ой, не купим. Ой, ну ладно. Вот еще хребты другого производителя. Тут всякие другие вкусности, в том числе для чистки зубок, погрызушки и косточки. Так, мягкие игрушки. Ути, боже ж мой, какие игрушечки. Софи, смотри, какой пупсик на тебя похож. Это поросенок, он на меня не похож. Но такой хороший. Я что, поросенок? Ну ладно, тебе не обижайся. Ладно, давай возьмем. Ладно. Вот такой магазин, домики тут всякие, еще домики. А вот мои любимые банданки. Так, давай посмотрим, Софи. Мам, не парься, у меня они все есть уже. Ой, Софи, смотри, какие мешочки. Это носить супер маленьких собачек, всяких морских свинок и всяких маленьких животных. Спецсумочки для них. Так, а тут у нас что? Тут у нас отдел всяких инструментов. Расчески, чесалки, пуходерки, ножницы и все такое. Совочки, какашечки убирать и всякая такая мишура. Даже вот такая лента для чистки шерсти. Ушные палки всех размеров, рулеточки. А вот вторая часть магазина с домиками, подушками, вольерами и многим другим. Вот такие переноски, самые разные. А еще колясочки. Да-да-да, колясочки для собак. Очень тайцы любят собак в колясочках возить. Ну, я сама бы, наверное, попробовала. А это моя любимая часть сумки. Я бы все купила, ей-богу. Вот такая клевая летняя сумка, полосатая, с якорем. Хлопок натуральная, легкая, удобная. А есть вот такая, няшная, мягенькая, красивая, все как я люблю. Всякие тут домики, сумки, корма тут лежат, ковры, коврики. Вот какая клевая джинсовая сумочка, вообще отпад, причем настоящий джинс. Внутри мягкая, рюшечки такие, блин, ну почему мне не нужна сумка? Может мне нужна сумка все-таки? А вот это такая спортивная, совсем другой стиль. Всякие лежанки тут для собачек всех размеров, возрастов и пород. Такой вот рюкзак для переноски. Еще домики, места, лежаки, домики, места, лежаки. Софи, может купим такой красивый? Нет, у меня есть домик, такой не хочу. Хочешь сумку? Ну куда мне еще сумку? Может вот такой домик? Ну-ка, ну ничего, такой домик. Нет. Ой, а смотри, какая сумочка летняя с котиками. Хочу игрушку. Ну смотри, какая тоненькая вообще, цена хорошая, легкая какая. Да, но я хочу игрушку. Софи, мы все равно купим игрушку позже. А рюкзак какой? Большой, удобный, наверное. Ладно, мам, пойдем дальше, магазин показывать. Ай, какая переноска. Ну что ж такое, почему мне ничего не надо? Ну давай купим, если хочешь. Нет, хочу игрушку, пошли. Так, клетки, вольеры, домики, будки.
Тут всякие миски. Тут я свою миску от муравьев покупала. Вот переносная мисочка всегда пригодится, если собираетесь в дорогу. Чаще всего они силиконовые. Даже чисто народное творчество, глиняные мисочки, а-ха-ха. Еще в Таиланде любят вот такие поилки для собак. Так, всякие миски, туалеты, пластиковые переноски. Мам, ну отпусти меня, что-то я устала. Привет, наконец-то я вас увидела. Уф, хорошо, ой, чешется у меня уже все. Тут всякие одежды для собак, самая разная обувка, разных размеров. Очень большой выбор всяких одежек. Так, опять ошейники, тут их вообще можно выбирать и выбирать. А это к теме акульих хребтов. Спасательные жилеты для собак. Это норма продавать в зоомагазинах спасательные жилеты для собачек в Таиланде. Ну, а почему нет? Мало ли, всякое бывает. Поехали в какой-нибудь трип на лодке или мало ли что. Ну, вообще, собака, чтобы могла долго на воде держаться. Это полезно, нужно. Ну, вот такой вот огромный магазин. Огромный в сравнении с остальных тайских магазинов. Ладно, пойдем обратно выбирать игрушки. Да что ж такое, блин, чешется шея у меня. Ну, давай почешу, Софиш. Ой, спасибо, мам, спасибо. Так, а это алтарь Будды. Они есть во всех магазинах тайских, в большинстве, по крайней мере. Тайцы очень верующие, это к удаче. И чтобы всегда была возможность молиться Будде. Они туда кладут еду, напитки, ставят свечки. А Будда помогает им во всем, если они соблюдают правила буддизма. Вот такие верующие тайцы. Ладно, пойдем смотреть игрушки уже. Вот сколько игрушек. Софиш, может, купим тебе эту курицу, они так популярны? Что это? Мам, ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Ладно, прости. Но свинюшку ты все-таки возьми. Вот какой огромный выбор игрушек. Аж глаза разбегаются. Хочется, конечно же, все и сразу. Блин, я не представляю, как выбирать. Может, арбузик? Нет, мороженка у меня уже есть. А это что? Вы только посмотрите, сколько всего. Так, ладно, я потопала в отдел вкусняшек. Посмотрела, что там есть еще разок. Это кто-то себе корм купил, огромный мешок. Так, дядя. Мам, я встала в очередь. Ну что, Софи, только пеленки, игрушка и все? Ну да, игрушечка моя новая, пеленки. Тебе больше ничего не понравилось? Да, не знаю. Ну, как скажешь. Я пока тогда вкусняшки тебе повыбираю. Софи, покажи, как ты танцуешь. Ай, молодец, ай, какая собака. Ну вот и все. Купили пеленки, игрушку и вкусняшки. Просто когда у тебя столько всего, что ты уже не знаешь, куда девать, уже сложно сделать какой-то выбор и купить что-то новое. Но может в ближайшем будущем, когда вкусняшки кончатся, не знаю, когда это будет, и все надоест, и я вернусь и куплю кучу всего нового. И обязательно об этом расскажу. До встречи. С вами была говорящая чихуахуа Софи. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал и мой инстаграм. Вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока.